Пожар в центре Риги сегодня утром унес жизни двух человек. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В зимние месяцы подобных вызовов в Латвии традиционно больше, отмечают в пожарно-спасательной службе. Сегодня рано утром около 4:30 государственная пожарно-спасательная служба получила информацию, что в Риге на улице Дзирновес горит нежилой дом. Приехав на место происшествия, пожарные констатировали, что возгорание произошло в третьем этаже и на чердаке. Общая площадь горения была 60 квадратных метров. И в этом пожаре погибло 2 человека, мужчина и женщина. На место происшествия работали 4 автоцистерны и 1 лестница вместе с персоналом. Такие случаи, когда происходят пожары в нежилых домах или в садовых домиках, намного чаще, чем это летом. И это в большинстве случаев связано с тем, что люди, которые нету дома, они вникают в такие здания и тогда там уже стараются согреваться.